Жители частного сектора Алматы выступают против строительства оптовых складов по соседству. Не только деловая активность делает жизнь невыносимой, делятся горожане. У нас дома во время их строительства, во время их работ строительных, у нас дом ходил ходуном. У нас была настолько тряска такая, у соседей падала люстра, кафель отваливался. И плюс ко всему стены, при землетрясении такого не было, как трясло это все. Мы звонили, бегали, не знали, куда звонить. И чуть ли не в МЧС, никуда мы только не пробовали звонить. Чтобы как-то разрядить обстановку, местных пригласили на общественные слушания, которые организовал владелец предприятия Нуртау Тимир. Здесь же собирают подписи противников стройки. Сотрудники фирмы просят записаться в какие-то списки. Слово берет эколог-консультант. Я рад вас приветствовать всех. Докладчик сходу дал понять, что строительство – дело где-то и кем-то там решенное, и людей собрали только для того, чтобы озвучить план природоохранных мероприятий. Зеленая зона, которая даже у вас на плане, минуточку, подождите. Она уничтожена, подождите, за вашим забором, вынесена на зеленую зону. На вашем плане это зеленая зона, а вы ее... Имейте уважение к докладчику, господа, имейте уважение, уважайте себя, пожалуйста, в первую очередь. Пока суть до споры, на улице темнеет, а обстановка только накаляется. И как-то даже вовремя бизнесмены получают поддержку от никому неизвестных молодых людей. Потом выяснилось, даже не местных. Сейчас в основном большинство процентов молодежи безработные и колеблются от одной рабочей к другой. Это вы специально привезли? Сейчас? Нет, как специально? Мы же вот здесь рядом. Пускай выступит. Я не об этом. Можно? Ну дайте человеку высказать. Простите, могу сказать. То есть вы хотите сказать, что вы поддерживаете это предприятие, потому что оно дает 150 рабочих мест? 150 рабочих мест, и в смысле, я думаю, что за мою поддержку я сюда и смогу устроиться работать. На этом игры в демократию как процедуру решили заканчивать. Местный люд начал расходиться. Им сегодня дали возможность выговориться. Значит, можно строить дальше. Это нормально. Так и должно быть.